Алло, пишется. Привет, пацаны, Хамиль, здравствуй. Владик 100% будет все это слышать. Владик, здравствуй. Очень приятно. Вообще нормально. Вот, короче, занимаемся тут программами. Хамиль, Андрюха. Вот, короче, тезка твой, познакомься. Хамиль, привет. Вот. Нравится, короче, творчество ваше, все нормально. Пицца Континенталь, салам. Тейк, братишка, здравствуй. Как ты сам, вообще нормально? Да, потихонечку, все там. Яблоки зеленые, да? Нормально, но ясно. Так, ну что, тут все, разобрались, пишемся нормально. Надеюсь, сделаем впредь еще больше тем всевозможных. Надо готовить альбом. Альбом надо готовить. Вот, волчатину никто не ест. А сюда, пацанам, скажи, Дима. Мясо белого медведя вот подъедаем по мелочи. Колбаски бы хоть метра полтора кто-нибудь. Ну так, так, прикалываемся. На самом деле все нормально. Конечно, все отлично. Вот, еще Андрюха пару слов скажет. Так, ну так что, надо же готовить альбом. Короче, текстов куча, надо над музыкой работать. Нужны биты. Так-то сэмплы мы уже научились резать, все. Надеюсь, в скором, короче, сделать визитную карточку одну. Всем. Да. В общем, такие вот дела. Темы, короче, вообще бомбовые. Именно то, что надо. Мы втроем вместе выросли с детства. Жизнь так устроена. У каждого свое средство. Получить заряд энергии. Ну и в том же духе все. Нормально там. Вещи продолжаются. Кайф увидеться. Надеюсь, в скором Хамиля Тейка жду на свиданку. А? Пацаны, приедете? Ладно. Привет Тато. Призраку. Тертею. Вообще нормально делаете вещи. Просто изумление потрясающее. Так, ну а Владику говорил спасибо за секту и противостояние. Вообще супер, вообще. Кайф, что трилогия получилась тоже нормально. Ну а вот «Случайный жребий» — это текст. Очень бы хотелось сделать песню, тоже бомбовую. Длинная, но получится как надо, надеюсь. Составите там уже все правильно. Пацаны, ну большое спасибо, честно говоря, очень отдыхаешь душой, занимаясь такими вещами. Конечно, нервы, беспокойство, переживания присутствуют, но благодаря тому, что много людей хороших, очень, еще раз. Хотел бы лично сказать, конечно, так, чисто от себя, думаю, вы меня знаете, вы меня поймете, для тех, кто, допустим, сейчас, хотя бы сейчас слышит, допустим, меня. Да, ну, я буду допускать. Чуть-чуть в рифму, но это тоже плюс. Для тех, кто делает рэп, для тех, кто понимает, я просто вижу, как пацаны стараются. Как бы много усилий прилагается к этому. Для тех, кто понимает и уважает, как бы, этот стиль, это искусство. Всем спасибо. Я сам такой. Нормально вообще. Да, ну, в общем, чё? Чё сказать больше? Я не знаю. Но скоро, короче, будет визитная карточка. В общем, тема называется «Течение», «Угонщики». Ну, короче, бомбы вообще, такие бомбы. Да, короче... Большой привет, Тейк. Жду, Хамиль. Спасибо, пацаны, за все, конечно. Очень радует, очень приятно, что есть такие люди на этой планете Земля. В общем, ладно. Пока. До встречи. Андрюха, выключай.